Всем привет! С вами Андрей Шереметьев, и это была наша бригада. Так, куда едем, парни? Поехали? Поехали. Поехали, все, поехали. Гоу, гоу! Ну хорош там тараница. Ну что вы там делаете? Все. Такая банда, группа едет таких бандитов, да? Нифига себе, нормально, да, так? Ты что ты делаешь? А Никитос, как обычно, отмораживается. Ты забыл, я третий, ты что делаешь? Дистанцию держите. Не в постели же, ё-моё. А чё вы все молчите-то? Вы где, все потерялись, что ли? Мы тут. Мы едем, мы же серьезно, ребята. Да. Что мы можем сказать-то? Все ровно. Надо было бы еще крепко. Я чувствую третьему. Это не такие жизни. Блин, такие фары вообще так светятся у нас, когда ты нажимаешь на нолик. А ты посигнали, чё, ангел? Дистанцию держи. Чёрт. Ты чё заносит-то? Нормально так. 3 километра сейчас. Но мы же едем. Да. Во, давайте так лучше. Меня везут на первой машине, да? Да. Типа как Саша делал. Я как раз Саша. Давай за нами, давай за нами. Ну, Тимур правильно. Ты что ты сигналишь-то? Не знаю, просто. Ты за нас, давай. Во. Красиво получается. Тимур, ну-ка давай, обгони нас. Ну-ка давай. Хрен с два. Опа, а что так, поехал? Как поехать-то? Надо было заворачивать, да? Блин, да. Ну, ты встал, не едет. Ну, блин. Засрался. Орешек. Этот, Никита, включи фары. Фары включи, Никита. Стой. Да у меня нету, у меня они разбиты. Орешки. Подождите меня, да. Давай подождем, тормози. Давай, припаркуйся. Никита как припарковался. Что ты там делал, понюхал что ли? Ребят, быстро, заправлю. А из машины можно курить, ехать? Да. Можно, да. Ребят, тут заправка. Все, давай, заправились, уезжайте. Так. А тут есть мастерская? Погнали. Банда. Банда, мы банда. Я Донни, я крестный отец. Ты... Давайте 20 километров ехать. 1:10. 0:2 уже. Так, ладно. Вообще так нормально такие пацаны едут. Тимур, Никита там все портит. Ну, так, да. Тимур, ты где там? Тимур сзади есть за нами. Тимур, ну обгони нас. Да, обгонит. Я давай, не давай, хочу. Давай. Просто так красиво. Почему ты? Красиво смывается. Подожди, пускай обгонит. Притормози. Смотри, так красиво вообще, ништяк, вообще круто, да? Вообще колотить. Все, парень, давайте паркуем машину ровно, красиво. Давай. Ребята, поехали ко мне домой, поехали. Все, припаркуй машину ровно, как Никитос. В ряд давайте все так. Да блин. Выставка автомоделей. Ровно припаркуйте машину, ну что же. Вот, за нами. Никитос мне вообще портит за машину. А вы не слишком ли рядышком припарковались? Нормально. Так я двери буду открывать. Давайте жгите резину. И фарм балуйтесь. Все, такая классная фоточка прям. Вау. И че, ни у кого фар не работает? Ладно, все парни, гоу. Все, пошлите за мной. Пошлите ко мне домой, пошлите ко мне. Ну и потише, или я тебя уволю. Что? Че?
Слушай, ты. Я тебя уволю сейчас. Орешек лысый. Макс Пейн. Дайте. Битва. Никитос лезь. На. Что происходит? Да? Ты что, Натя, пинок под зад? Тут у нас стрелка, ребят. Стрелка. Стрелка, развязались все. Мусора приехали. А, что, Тимур меня рвануло, короче. Ладно, нормально. Че, поехали? Че делать будем? Как это? Андрей, давай к тебе домой поим. Зачем? Не, давай миссию какую-нибудь выполним. Ладно, давай я сейчас вас приглашу на миссию. Давайте гонку. Сейчас, подождите один момент. Давай не гонку. Давай это задание какое-нибудь. Давай задание какое-нибудь сложное. Да не задание, мы сейчас делаем это там. Команду уцелевших. Ну давай команду уцелевших. Что-то моего Стекмана вообще куда-то унесло, непонятно куда. Все, ребят, запускаем. Отлично, давай. Какие тачки здесь крутые стоят. Не говори, да? Ставим лайки за просмотр, давайте. Лайки! Вот так. И комментарии ставим. Лайкаем и комментарием. А если кто не поставит лайк, Тимур вот так вот всех поимеет. Да, блядь, в натуре, да. Вот так вот еще раз. А все где? Все, я вас пригласил. Пошлите миссию выполнять. Ангел. Что ты сделал-то? Чё, приглашение выставил, чё? Ну это чё, гонка? Нет. Команда выживших, да? Да, команда уцелевших. А чё там делать надо? Я выживать. Выживать. Выживать надо. Выживать? А где пятый-то? Ну как обычно, а не Никитос. Акас отморозился. Акас, алло. Гриша, ты где? А где Гриша-то у нас? Не знаю. Испарился. Я свое дело выполнил, давайте, пока. Куда ты пошел-то? Собака. Долг зовет. Собака. Ну да. Так вон как, Андрей, блин, выкинь ее в окно. Давай, до завтра. Все, давай, до завтра. Давай. И их осталось четверо. О, я с Тимуром! Круто! Так, составка. Ангел! Да, всем что? Привет! Вот так вот мы их, да, сейчас? Да. Вот так. Тимур, мы вот так их, да, сейчас. Сейчас, выйди. Вот как мы их сейчас. Вот как. Че, все? Я так застрял на одном месте. Мы где? На здание. Я прыгаю. Не напрыгай. Ох, ё-моё! Всё! Ребят, не убивайте. Садитесь на машины. Нахуй чёрные машины, давай, а их не красные. Мы должны вас это столкнуть. Давай, сталкивай. Тихо! Я уже вылетел. Ты как так-то? Это кто такой, блядь? Это я на чёрном. Это я на Андрее. Приземлился. Нет. Давай его столкнем нахрен. Давай. Ай-яй-яй. Сам себя, блин, столкнул. Андрей, держись. Да-да, пусть держится. Че, может, потом еще раз ее? Да-да. Че, мы так долго будем, нет, по кругу ездить? Не знаю. Давай, толкай. Ой-ой, я вылетел. Нормально так. Давай. А как мне возвратиться? Никак, это команда столешек. Если умрешь, то все, блин. Тусуйся. Блин. Орешек, давай, ты остался. Иди отсюда. Че, слетел? Нет. Я этого ищу, чувака. Давай. Кого? Нет. Вылетел? Нет. Да нет. Иди отсюда, иди. Куда ты вылез? На другую тачку присяду, та уже разбит. Нет. Ты сам-то упал. Я тебя выкинул.
И чё, ну нормально. О, о. Ты где? Я здесь, а чё дальше делать? И чё у нас, ничья? Ну как бы да. Да, кажись. Ты где ходил? Вот он я. А как так-то? Давай, ты же, по идее, должен разбиться. Андрей, давай на кулаках. Решим вопрос вот. Давай. Иди сюда. Что, подожди, не бей меня. Андрей там такой, блин, заправочник с канистрой выбежал. Нормально. Ах ты козёл, а. Андрей, давай, давай, давай. Справа, справа его. Нагинайся, давай. Куда ты? Тренер, блин, Андрея. Уворачивайся, уворачивайся. Нас. Молодец. Давай. Никуда ты бегаешь сейчас. Блин, а все время кончилось. Да блин. Вообще ничья. А почему? Почему нам-то поражение? Не знаю. А почему у меня написано поражение? Тимур, мы выиграли. Зана. Давай Зана. Блин, был бы больше людей, было бы интереснее, потому что там это мясо было бы. Ну да. Мясо. Какая куча вообще машин. Наши черные. Чё я один? Черные, черные везучие. Черные. Как там буби красные? Что-то там карта. Sky дурака. Миссия называется Sky дерьмо, блин. А чё ты рот-то раскрыл? Вот смотри, наши красные. Наши красные. Ну поехали, ладно. Давай подожгем их тачки. А чё ты зачем? На козлы. Китос в красную сел. На козлы, урод. Да не надо меня убивать, подожди, это нечестно. Как нечестно? Китос, перестань, я тебя перестань. Вот ёооо! Довоёб, довоёбывал, сука. А, и говори, блин, а ты засрал сюда, блин. Ага, всё засрал. Баран вообще. Так, кидай их тачки, я сейчас, вашу машину сейчас скину, у вас не останется машина. Вот, Тим. Да куда ты, да иди отсюда. Тимур, давай его. Нет. Тимур, давай его замочим. Давай. А ты на какой? На красный. Вот он, смотри, давай, скидывай его. Ай, не получилось. Давай, я еще перекрываю. Да что ж ты, блин, это? Вот и все. Ах ты засранец. Ладно, я тебя буду снизу ждать. Давай, жди. Ой-ой! Ну вылетайте уже, че вы? Че, вылетел? Да. Я один остался. Тимур, ну вылетай давай сюда уже. А мы не проиграем? Нет. Мы сейчас будем на кулаках решить бой. Андрей, иди сюда. Слади ко мне, сейчас тебя побью. Где ты? Я тебя вижу, иди сюда. Иди. Иди сюда. И ты ко мне иди, что, блин? А я не вижу, что, я не знаю, где ты. Надо, наверное, тебя. Да вот, блин, на карту смотри. Ой, блядь, я, пацаны, слетел. Ё-моё. Тимур, блин. А у меня... Опять мы с тобой вдвоём остались, да? Андрей, опять мы с тобой вдвоём остались. Я просто эти коллекционировал. Коктейли Молотова. Где ты? Ты где? А есть. Вот и я. Андрей, смотри. Понял? Вот на вот я. Оп-оп. Наверх, давай, смотри. На кулаках. А, вон ты. Ну прыгай сюда, лень. Смотри. Да все, поражение. Понял. Так застрял. Давайте еще раз. Мне что-то прям понравилось. Давайте. Тимур, мы с тобой проиграли, а? Или нет? А что, почему? Мы проиграли. Никитос, блин, еще раз ты, блин, меня скинь и это. Никитос, ты все засрал мне, блин. Почему я один остаюсь? На самом деле. Один остаюсь постоянно. А, ребят, давай просто на кулаках выдерешь. Без машин. Не, надо скинуть кого-то. А че я один? Кого-то. Нам надо вас скинуть. Да, скинуть. А нам вас. Ну садись, чё, блин, стоишь-то? И чё ты делаешь? Зажали тебя, понял? Тимур! Есть!
Есть! Нет! Андрей, что, Андрей, скинули? Андрей, мы так с тобой не решили, кто ты крутой, понял? Я спускаюсь, к тебе спускаюсь. Спускайся. Давай я первого лица буду. Я жду. А вот и я. Вот я козел. Орешек. Где ты орешек? Так нечестно. Я вижу, понял, урод. А если нами тебе морду. Я еще и выпал. Я буду от первого лица бить. Так круто смотрится. Я, кстати, тоже, да. Ну что, урод, иди сюда. Я сейчас на голову приземлю. На. Йоп. Мочи. Андрей, давай. Это ты что лезешь? Есть, я убил его. Убил меня. Я его убил. Я от первого лица был. Я тоже от первого лица был, так же. Все, давайте заново. Давайте еще раз и поедем дальше. Да, я вам еще на миссию приглашу, где животные катаются на машинах. Там на фигуре. У тебя есть этот ангел? Да, есть что? Еще какая-нибудь, короче, гонка, чтобы ездить там по стенам, по всяким прыжкам? Нет, есть у меня такая, по прыжкам есть. По прыжкам, давайте попрыгаем. Машина хочешь? Нет, на мотиках. Да, на машинах. Окей, хорошо. На своих суперкарах. Окей, хорошо, сделаем сейчас дело. Давайте. Тимур, у тебя завтра как? Завтра? Да. Ну, вечером. Все, огонь. Ну что, в футбол-то будем играть, нет? Какой футбол? На улице. Что, свободный стоит? Да, давай свободный. Я приглашу сейчас на гонку. Напрыгивай. Тимур, а если в футбол играть будем, мы можем как-то играть с ангелом? Да, сможем. Так можно вчетвером. Вчетвером можно, в одну. Там же до четверых. А как можно? Я, кстати, тоже по сети. В феврале куплю. По сети? А у меня уже есть. У меня уже есть. То есть в одной команде, например, два человека играет, да? Да. Вот мы с Анги, мы будем с Андреем гамать. Ну все, тогда покупаем, мы устраиваем чемпионат FIFA. Покупаем. Будем. Все покупаем. Не, реально можно, допустим, а можно, по-моему, даже вчетвером, но вчетвером уже много будет за одну команду. Да, нет, двое на двое. Мы, например, с Тимуром, а вы, например, с Ангелом. Ну да. Например, смотри, Тимур, мы выбрали с тобой, например, Россию, да, там... Реал Мадрид, да, мы выбрали Реал Мадрид. То есть я игрок в команде, и ты игрок в команде. Вон оно как. А мы Барсу выбрали. Слушай, вообще ништяк. Давайте на 23 февраля. Давай. Каждому подарок, да, подарок. Я уже... Да, девчонки нам подарят по диску. Она у меня уже есть. А когда 16-я FIFA будет? В октябре. Они к концу года, да? Да, к концу года выпускают. Она будет в октябре следующего года. Этого года. Но мы же не прогадаем, если... этого. Да нет, конечно, ты что, мы не прогадаем? На дворе только февраль. Да, мы такие покупаем FIFA 15, пока... и уже 16-я в один же день выходит. Да. Что так долго-то, блин? А сам на почему так долго? Пойду. Но все равно, если даже 16-е выйдет, то она будет дичайший денег стоить. Короче, что это, типа, новинка. Не теряйте меня, я это. Пойду. Курить. В туалет. Ну давай. Блин, ну что тормозит-то? Да успокойся. Все, я вышел. Подожди маленько. Блин, а то наши люди, кто смотрит, блин. Я с Шереметьевым и Стимом. А, отлично. Так вон моя машина, смотри. Куда ты садишься? Да я не знаю, я просто что-то нажал. О, мой гелик! Месяц еще не спускается. О, мой гелик, нифига себе, круто. Мы три гада. Давай, я первый, ты второй. Все, я запустился, подождите. Все, ребят, я гонку запускаю. Давай, запускай, там мы на автобусе поедем. На каком автобусе? Подожди, сейчас деньги. О, вон гелик еще один проехал. А ты где? Где? Сзади. О, вот гелик. Ну-ка стоять. Такие три гада выходят. Ребят, а вы не хотите на тракторах покататься? Не. Да давай садись. Попрыгай. Окей, хорошо, значит. Подождите, дайте, блин, хоть домой поставить гелендвагон. Подожди меня. Поехали. Поехали.
Далеко ехать? Тимур что-то где-то тут едет. Далеко ехать? Я тут. Я забыл микрофон включить. О, блин, он с мусорами воюет. Нет, да не я. Не пофиг. А, да блядь. Я не про тебя. А за кого награду там назначили? На меня. Тимур, ты на гелике, да? А, нет, я на розовый. Я, кстати, Тимур гелик нашел. Сейчас, ребят. А. Ты пригласил, нет? Где нет? Все, сейчас приглашай. За голову. Подожди, стой. Так. Стойте, подождите меня, сейчас я поставлю это говно. Сам ты говно. Так, суперкары свои. Всех по прошлым делу. Он ангел. Все, ребят, я вас пригласил. Ну да, мы сейчас идем. А что мне не Тимур. Это... Тимур, я тебя пригласил. Да-да-да, я видел. А что мне всплывающие окна не делают, когда ты нам приглашаешь? Не знаю, ты, наверное, сломал игру. Сломал, да? Вошел. Я так и знал, что нелицензионная она. Демо-версию купил. Да-да-да, я уже... Демо-версию. Бля, Андрей, ты где? Да иду я. А где демку этот взять? Battlefield Hardline. PSN. Да все, а она уже кончилась, по-моему. А, уже кончилась. Там же не демка, там бета-версия была. Да. Не знаю, я так и не дождался всех этих загрузок, нахуй плюнул и удалил ее. Да ну нафиг, так мне, это... не покупай, мне не, мне не понравился вообще Hardline. Хотя мне Battlefield 4 нравится, но Hardline что-то тоже. О, нифига себе, вот эта гонка, офигеть. Я сам смотрю, как это сейчас Андрей, да? О, Bugatti. Акас. Ты что, тот? Какие машины? Он ушел Витарай. Вообще-то. Он мне запрашивает, какое имя у тебя настоящее. У меня тоже. У меня тоже запрашивает имя. Да пошел. Андрей. Да не надо, зачем так? Он же будет смотреть видео, а ты его, блин, посылаешь. Да ладно, сопой. Ну давай, что, продолжи. Все, давай, все. Ты на каких машинах? Я на Адре. Я на Адере, только на своей... Ой, я тоже на Адере. Тимур, Тимур, чё какой грустный? Ну-ка, сделай что-нибудь. Чё мне сделать? Эх, всё уже. Улыбнись. О, хоть... Блин, тут хоть чё здесь. А не, я знаете, на кого похож? Блин, я без... Я знаете, на кого похож? Я без контакта не сделал. Надо будет убрать. Заново начнем потом. Да, ладно. Это вообще по воздуху ездит. Сука. О, бля, я слетел. Я тоже. И что делать? О, я вообще разорвался. Треугольник нажимай. Я разорвался. Это был полный атас. Зажимайте треугольник. Ну, Тимурчик, поехали вместе. Поехали. Тимурчик. Ну, что, кто-нибудь доберется, нет? Я уже почти добрался. Блин, я не добрался. Бля, надо бесконтактно сделать, точно, бля. Сконтакту здесь. А зачем? Так. Сконтактно. Нормально. Нифига ты, блин, там едешь. Ты куда, блин? К Иисусу идешь? Мне блин. Надо назад, у меня метка сзади стоит. Блин, а вот если бы он ехал на встречу вот так вот, он бы меня сшиб. На встречу, видишь, так интереснее было бы сказать. Ну да, никто бы не добрался бы, ё-моё. Надо контактно делать. Да ну не надо. Надо. Интереснее. Никитос, да я первый, да, приеду. Да. А что, мне сейчас назад ехать? Есть два круга. Есть два круга, ребят. Блин, я выпал, короче, парни. Я выпал. Блин, пока летишь уже, сколько времени проходит. И что делать? Треугольник. Зажимать? А, все, забыл. Ангел. Я буду первым. Да-да. Если бы. Если бы вы так хотели. Ой-ой. А вниз спускаться намного легче. Да-да. Чем подниматься. Подниматься. Ангел, ну блин, ну ты что делаешь-то? Да ё! Не, я долечу, все равно долечу. Ой, Ники. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Давай, ладно, сваливайся, ну там нафиг. Как я красиво лечу. Блин, зря первого леча.
Ой, не Лича. Лича, блин. Лича. А что не Леща-то, блин? Блин, я опять вылетел. Ну что такое? Я первого Леща. Да. Лича. Лича. Так и назови. Ага. Кто там уже, блин, добрался до той метки? Я. Ну ты-то вообще читер. Да что такое, а? Вы что, заново что ли? А, я четвертый, нифига себе. Я третий. Че, Тимур первый идет, а? Подожди, дай я первый приеду хоть раз, а? У меня хоть что-нибудь откроется. Ладно? Я все, торможу уже. Дай мне, я тоже приеду первый, а? А подожди, вам долго еще, я. Я потому ты что... Ты первый идешь, нет? Да какой, я четвертый. Блин, все, все. Значит, я Тимуру даю первое место. Да-да-да. Ребята, прям первое место передо мной стоит прям. Я могу сейчас газ нажать, Не надо, дай мне. Не нажимай газ. А давайте большой тест-драйв пройдем еще раз. Да ну нафиг, Андрей. А ладно, давай, поугараем. Ладно. Спасибо. Да не спасибо. Надо, не надо. Спасибо большое, спасибо всем, я первый, спасибо, это было очень тяжело. Спасибо. Тяжело, блин, эти места уступили. Не, реально, ну я знаю, спасибо. А следующее первое мое место. Пошел. Следующее мое. Нет, следующее мы сделаем контактную, и там будет уже бойня за первое место. Ой. А как мы будем обратно возвращаться, интересно? Блядь, ну это затянется вообще надолго. Ребят, а большой тест-драйв у меня нету? У меня есть. Так, а что там гонки? Делать большой тест-драйв? О, там, блин, ехать там... встретить. Да. Давайте, ладно, большой тест-драйв. Давайте. Не, давайте эту с этим. Ну, давайте сейчас еще раз бесконтактную. Осталось да. 10 минут еще запишем и все. Давай. Уже 27:45. О, смотри, Тимур как всех имеет, а молодец. Эх, Тимура. А мог быть я факт показать. Так, ладно. Давай заново, да? Заново сейчас. А что мне не нажимается? У тебя уже нажалось, не вовсе. У Андрея не нажимаю. Ну, нате. Так. А куда я поехал? Ну, давайте заново. Ну да, мы ходили. Заново. Мы играем сейчас заново. Только контактную поставим. Да, я знаю. Ну, тут сейчас будет реальная миссия вообще. Да, сейчас мы всех пакать будем, а если сейчас чувствую, что мы будем ехать не 10 минут. Ребят, давайте один круг сделаем только, а не два. Давай один, да. Так, один круг. Суперкалы. Суперкалы. Кары. Давай не суперкар, давай какие-нибудь эти... Давай мотики. Грузовики. Да, мотик, Давай грузовики какие-нибудь. Да нет, тут совсем... Да давай не, суперкары, не. оставь суперкары. Мотики, блин, сделай. Сейчас, ходи. Блин, стандарт. Слышишь? Мотики. Да. Мотики, котики, да, ёмай. Не буду, так интересно больше. Давай суперкары поставь. Да ставь суперкары, все. Все, давай суперкары, все, давай, нажимай. Все против него, да? Все против малого. Вот какой нахрен? Ты не малой, что ли? Тихо, а какая машина лучше? Всем привет, ставьте... А, что-то я тут диджею. Мы вас любим. Да, вот так вот любим. А это всем тем, кто не поставит, кто поставит минус. Вот так вот мы вам всем. Да. Я на какую-то училку похож. А я знаете, на кого похож? На этого. Макс Пенки. Нет, как его? На Нигера с фиговым. Да нет, бриллиантовый полицейский фильм. Видели, нет? Да. Вот этот, как его, Мартин Лоуренс. А, ну. Ладно, не похож на него. Он черный, а ты бел. Я черный вообще. Ну. Есть, я вторая игра, да! Только не скидываем, парни, никого. Как не скидываем? Да не скидываем, да что ты? Ну так нечестно, мы же договаривались не скидывать. Как скидывать? А как вы хотели-то, блин? Мы хотели все ровненько проехать. Тимур первый, как всегда. Сейчас я там Тимура подрежу где-нибудь. Да вырежь его. Давай, сбоку, самое главное. А нет, я влетел!
Блин. Ну так неинтересно. Вы все уехали, а я последний, да? Как водить? Потому что водить не умеешь. Да я умею ездить, отвали. Блин, Никитос на первой позиции, нифига себе. Гай-гай, Тимур, проигрывай. Тимур, не, Тимур, ходи, надо, Тимур. Все, Тимур. Короче, Никитос, ты забрал мое первое место, а? Какой же ты сволочь. Блин. О, вы все летаете. О, нет, нет, Андрей, подождите, прошу, не надо. Нет. Да ёп! Вообще на втором месте. Андрей, я первое место. Нет! Не пропущу тебя, Тимур, нет! Тимур, не надо! Ай-яй-яй! Я скинул, я упал сам! Блин! Дайте мне проехать, а! Зато я этого скинул нормально. Ангела. Зато я устоял вообще. Нет! Упала. Блин! Я упал. Я тоже. Фак, я тоже упал. Упади там, Тимур, нафиг. Блин, я на соседнем здании вот это упал. Ну что ж такое-то, а? А что, надо еще обратно ехать? Да. Да. Я вас не пропущу, парни. Опа, я первый. Нет! Я упал. Все, я торможу очень. Слава богу, я вас не пропущу. Нет, никого. Да что ж... Да, не пропустишь. Я сделал вас. Да, вообще, я тебе позволил. Сволочь-то. Yes. А вы что, все приехали, что ли, уже? Да. Я еще не приехал, парень. Ну так нечестно. А ты чё, Андрей? Ну ё-моё, на тебя смотрю, мне аж стыдно становится. За кого? За... Не знаю. Нет, я тебя прошу, не надо, Андрей. Где отсюда? Лошара. Сволочь. Ну что ты будешь делать? Всё, давайте что-нибудь другое. Большой тест-драйв. Не хочу я большой тест-драйв. А чё там за большой тест-драйв? А, ну хотя давай. Что там, скажи мне? Погоняй сейчас. Просто по прямой едешь и все. О, смотри. Тимур всех прям. Ладно, друзья, давайте заканчивать. Всем спасибо. Все ставьте пальцы вверх. Всем спасибо еще раз. А я вниз поставлю. Ну ты поставь, все по голове дадим. Всем спасибо, всем пока.